Факультет довузовской подготовки осуществляет обучение слушателей 10-11 классов по химии, биологии, русскому и белорусскому языкам. У нас есть дневное отделение и вечерние курсы. Подготовка проводится в больших и малых группах по 12 и 6 человек соответственно. Осуществляется индивидуальное обучение. Конечно, мы идем в ногу со временем и разрабатываем новые формы работы. Также у нас активно развиваются и успешно функционируют подготовительные курсы для учащихся 8 и 9 классов. Действуют очно-заочные курсы для абитуриентов территориально отдаленных от университета. Высокий профессиональный уровень преподавателей, использование современных технологий в виде интерактивных лекций и тестов, размещенных в системе дистанционного обучения, авторские материалы позволяют нам осуществлять качественную подготовку для поступления в учреждения высшего образования. Факультет довузовской подготовки своей деятельности ориентирован на создание системы непрерывного образования. Это дает возможность нашим слушателям лучше адаптироваться к обучению в университете, которое качественно отличается от школьного образования. В процессе непрерывного обучения абитуриенты адаптируются к дальнейшей успешной учебной и научной деятельности в учреждениях высшего образования, приобретают навыки самостоятельной работы, положительную мотивацию к учению и получению высшего образования. Большое внимание в нашей работе мы уделяем всестороннему развитию личности. Наши слушатели посещают музеи как нашего университета, так и других образовательных учреждений. Являются читателями современной медицинской библиотеки. Активно участвуют в научной жизни, приобретая практический опыт, умение работать с различными источниками информации. А некоторые из наших слушателей уже имеют научные публикации. Совместно с преподавателями ребята также посещают различные мероприятия, проводимые в университете и за его пределами. Имеют возможность встретиться с врачами и фармацевтами для того, чтобы задать интересующие их вопросы, послушать лекции, лучше узнать о специфике будущей профессии. На базе нашего университета работает учебно-профориентационно-консультативный центр, в рамках которого преподаватели университета, в числе которых доценты и профессора, проводят занятия со школьниками, которые впоследствии занимают призовые места на различных олимпиадах по профильным предметам. Наших слушателей и у всех желающих имеется возможность посетить музеи и выставки нашего университета, получить учебную и консультативную помощь по различным вопросам анатомии, генетики, гистологии, микробиологии, физиологии, химии у преподавателей нашего университета. Наши выпускники более подготовлены и в предметном, и в психологическом, и в организационном плане. И впоследствии становятся студентами,
показывающими хорошие результаты в учебе, научной и общественной жизни университета. Я являюсь студенткой первого курса фармацевтического факультета. На централизованном тестировании набрала 377 баллов. Я очень рада, что в конце 9 класса узнала о существовании замечательных подготовительных курсов в Витебском государственном медицинском университете. На кафедрах работают талантливые педагоги, которые всегда помогут, поддержат и сделают все, чтобы вы набрали максимальные баллы. На занятиях мы решали ЦТ разных лет и писали контрольные работы, что позволяло выявить слабые места каждого и уделить им особое внимание. В начале занятия преподаватель интересовался, нет ли у нас вопросов по теме, и если такие были, мы обязательно все разбирали. Я обучалась в малой группе, вниманием не был обделен никто. Благодаря тому, что занятия и контрольные работы построены на основе централизованного тестирования, мы научились решать задания, привыкли к их особенностям и к экзаменам были готовы на все 100. Приветствую абитуриентов Витебского медицинского университета. В нашем университете существует факультет довузовской подготовки для абитуриентов, не набравших достаточное количество баллов. Я являюсь выпускником данного факультета. На этот факультет я пришла с 254 баллами, а по окончанию я успешно сдала централизованное тестирование, повысив свой результат на 100 баллов. Я безумно благодарна педагогам данного факультета в осуществлении моей мечты на пути стать врачом. Мы гордимся нашими выпускниками, многие из которых в дальнейшем становятся отличными специалистами и работают в практическом здравоохранении. Меня зовут Польгуева Анна Юрьевна. Я доцент кафедры внутренних болезней и ультразвуковой диагностики. Время обучения в университете – это самое лучшее время и незабываемое для каждого человека. Время приобретения друзей, формирования личности, бесценного опыта. Окончив подготовительное отделение, я продолжила обучение на лечебном факультете, затем в аспирантуре. И университет для меня стал не только местом приобретения профессиональных знаний, но и местом моей профессиональной деятельности, так скажем, судьбой в лучшем понимании этого слова. Во время обучения на подготовительном отделении формируется навык упорной самостоятельной работы, который потом незаменим и во время обучения в университете, а также при дальнейшей профессиональной деятельности. Поэтому обучение на подготовительных курсах может стать первым шагом будущей профессии мечты.